Всем привет, находимся в BMG Drive, и мы протестируем такую небольшую машинку. Как называется машинка, ты мне, пожалуйста, напиши в комментариях. Вот это будет тест. С горы прям будем слетать. Ох, нифига, мы немножко тачку повредили, и посмотри, куда она будет падать. А падает она, ребятушки, конкретно причем. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно, интересно, приземлимся мы или нет? Нет, тачка наша... разрушена. Капитально. Но это советский автопром. Или российский даже. Но машинка не выдержала. Давайте попробуем какую-нибудь другую тачку. И посмотрим, на что она сгодится. И выдержит ли она такие испытания. Эта машинка испытания не прошла. И вторая машинка у нас это полицейский внедорожник. Шериф даже написано. Это машинка шерифа. Посмотрим, выдержит ли она спуск с горы высокой. Йокс, летим хорошо. Может быть, она выдержит падение. Ох, нифига себе, смотри. Ее... вообще размя... вот это полицейский шериф. Автомобиль. Капец. Ее размяло в лепешку. Если наш советский автопром еще более-менее держался, то эта машинка, хоть она и полицейская, она развалилась на две части, и вообще какие-то ошметки с нее полетели в воду. Ну, как раз сейчас огонь мы потушим. Да, вообще жесть. Смотри, что с ней случилось. Офигеть. Сейчас я попробую какой-нибудь американский грузовик. Ну вот, у нас теперь грузовичок. Он американский. Я думаю, он тут даже орел нарисован. Флаг. Это настоящий американский грузовик. Выдержит ли он, так сказать, небольшое падение? Какие клаксоны, клаксоны у него. О, летим. Надеюсь, он в лепешку не превратится, это же грузовик. Он же, по идее, мощный. О! Чего? Чего? Я не понял. В смысле? Как он не мог... как он так разбился, что... это же грузовик, это же мощная машина американская. Нифига, она просто превратилась в какую-то палочку, которая почему-то горит. Металл обычно... разве металл горит? Тут даже двигателя нету, все отлетело. Ё-моё! Давайте что-нибудь тогда протестируем в следующий раз. Советское. Советский, может, какой-нибудь грузовик. Так, ну вот, ребята, это у нас советский грузовик. Наверное, а может быть и нет. Написано что-то на английском. Это опять американский грузовик. Ладно. Сейчас мы его протестируем. Ну, как бы якобы советский. Также он гудит. Сейчас мы его будем тестировать. Ой-ой-ой, он даже не смог нормально проехать. Он сразу падает. Ладно. Кого? Смотри, он разлетелся на вдребезги, это что такое вообще? Это американский, опять-таки, грузовик, который превратился опять в палочку, которая загорелась. Это все мне не устраивает. Давайте возьмем какую-нибудь другую машинку, другую. Потому что грузовики что-то вообще капец, как какие ненадежные. Так, ну вот, ребята, это у нас советская «Волга». Точно. Ой-ой-ой-ой. Это прокачанная Волга. Тихо-тихо-тихо. В смысле? Алло, ты что творишь? Она тоже не выехала нормально, и она закрутилась. Мне кажется, это очень плохо для этой машинки. О, смотри. Волга выдержала удар, она расщепенилась, но, в принципе, еще пока держится. Ну, смотри, она кусками разлетается. Но не так, как... американский грузовик. Она еще более-менее устойчива, ну как бы, ну, держится.
Вот это Волга. Нет, она отлетела, смотри. Но зато двигатель есть на этой палочке. Маленькой. Но, в принципе, двигатель сохранен. Вот эта тачка. Ну, жалко, что она тоже разлетелась. Можно было, в принципе, в ремонт отдать. Отремонтировать. Ну да ладно. О, как тут пыльно. А что здесь так столько пыли-то? Ё-моё, ёшки-моташки. Ладно, поехали. А, на, подожди. Сейчас немножко надо разогнаться. Назад отъехать. И поехали. Блин, ну, к сожалению, автобус тоже америкосовский. Поэтому есть вероятность, что он вообще ничего не доедет никуда. Хотя, смотри, едет. Оп, оторвались мы от земли и летим в пропасть. Опа, так, нифига, смотри, как смяло задницу у него. Ну, вроде бы, еще пока автобус нормально себя чувствует. Ремонту подлежит, я бы сказал бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, ну, в принципе, выпрямить тоже можно, но, к сожалению, если сейчас удар будет сильный... А, нет, смотри, по касательной прошло, но опять смяло. Но я думаю, ремонту он не подлежит, кстати. Как вы, ребята, думаете, напишите в комментарии под этим роликом. Подлежит вообще он, нет, ремонту? Мне кажется, к сожалению, не подлежит, только если на металлолом сдать. Надо выбрать какую-нибудь другую тачку. Так, ну что ж, мы выбрали новую тачку, и тачка это джип. Офигенный, у него тоже колесо есть пятое, запасное, запасочка. А, как бы она тут нормальная такая машинка, заряженная. Поехали, проверим. И разгоняется она хорошо быстро. Отрываемся и летим на джипе. Я надеюсь... О, нет, блин, попали мы в не очень хорошее такое место на склон. Ай, колесо оторвалось, одно колесо только, а пятое, тоже пятое улетело. О, джипику нашему нехорошо. Вообще, как консервная банка, я не понимаю. Ой, все, отлетело последнее колесо у нас. Да, бедненький наш джип, ребятушки, он тоже превратился в консервную банку. Вот так вот. Ну, а тебе, если понравилось сегодняшний тест машинок, то обязательно пиши комментарий, если понравилось. И хочешь ли ты еще новых роликов, которые мы будем бомбить машинки? Все, всем пока, ставьте лайки. До скорого.